А вы уже вам лагерь знаком, да? Тебе делать. Приехали на Whisky-town Lake. Дорога была очень хорошая. Ну, проехали ровно 4 часа. Температурка здесь довольно выразительная. Так, сколько же это? 33 градуса Цельсия. Вот сейчас процесс подготовки жилья. Палатки вот уже поставили. Почти, да, уже готовы все. Три палатки стоят. Леша сейчас надувает лодочку. Нам надо проверить. Что-то однажды показал, что она спускает. Вот, Игорь надувает матрасы. А дети купаются во все. И вода вообще исключительно теплая. Хорошая. Сейчас подойду поближе к сниму на воде. Так, вот это озеро. Температура водички, наверное, больше 20 градусов. Вода такая бархатная, шелковая. С этой стороны такой крутой бережок и довольно-таки крупные камешки. То есть, в общем, дно не илистое, но входить не особенно-то удобно. А с противоположной стороны вот этой косы, там настоящий пляж. И там уже, правда, чуть крупноватый песочек, но очень оборудованный такой песчаный берег. И, в общем-то, хорошее дно. Купаться очень приятно. Ладуль, ну ты поплывешь? Но не смеши, холодно, говорит. Больше 20 градусов водичка. Разве это холодно? Это просто восторг какой-то. Так мы удачно взяли два этих надувных матраса, чтобы на них можно было плавать, а спать на других. Не надо их будет выслушивать, заниматься. Окрестности, конечно, радуют глаз. Когда мы только стоим, стоим. Упс. Стремительный грибок к берегу и делает внушительный шум. Как только начали купаться, забыли о том, что здесь слишком жарко. А в первый момент было довольно тяжело, когда весь свой багаж носили от машины на нашу стояночку. Ну, сейчас уже все прекрасно.
Ладуль, ну ты когда поплывешь-то? Ой. Ладно, говори что-нибудь. Не, не могу. Так. Шашлык у Бори уже готов. Остается художественное оформление. Вечернего стола. Ой, ой, увидела гусей где-то вдали. Канадские гуси. Сейчас проплывут в воротике. Здесь сделано нечто в виде запруды, чтобы спортсмены на водных мотоциклах не заплывали в определенную эту зону. Но есть воротики для гусей и небольших лодок. Вот они, красавчики. Чаек все равно надо будет погреть. Надо вот сейчас просто поставить чайник. А вот же, где? Вот чайник. Там же самый... Влад, а где чайник, Влад? Ну, надо что-то товар. А сейчас я вообще...
Yes. Hi. Hi. Hello. How old О, да, естественно. Да? Ага. Да. Есть? Да, конечно. Фонаря нет. Леш, с той стороны зайди, мне кажется, неграциозно. Душка, а что же он делает? Ну, уже давно снимает. Красный флот. Игорь. Не, я вижу. Нет, это... За меня. Ты куда-то в салат потащил? Попить, а? Попить, не могу. А вот давай, два, давай. Так, посмотри, я сейчас принесу. А, вон. Лёпочка. Ага. Садись, садись. Вы самые ответственные моменты снимаете. Тай. Тай. На себя. На себя. На себя. На себя. Я заходил за запасивую воду. Завтра. Сколько здесь? А? Грамм содержится. Ну, как вы думаете? Я думаю, грамм 75. 60. 60? Ну, выключайте. Включай. Туши свет. Ален, лобка дай. Вернись. Аленушка. Леш, Леш.